Привет, они сябры. Что творится у наших лазиусов умбратусов? А умбратусов у нас какой-то мор идет. Вон там все в одной кучке они сидят толпой. Остальные все трупиками лежат на верхних этажах. Вроде бросаем все, что надо, и сиропчик, и белочек, таракашек, муркашек. Но мрут как мухи. Видимо, весной придется все-таки добавлять коконы. И личинки, лучше коконы, конечно, нигеров, чтобы они помогли им восстановиться. Причем мруты желтенькие и черненькие. Холера его ведает. Так, что у нас здесь с увлажнением? Давно не увлажнял, наверное, потому что эти полоски сжались, ужались, и надо туда вдалить водички. Может, от засухи страдают, хотя испарина вроде была, какой-то конденсат. Ну, на арене там то же самое. Тишина, спокойствие. Нигерюшки бегают. Вот эта собачка доедает балкон. Собака. Роджер, что ты делаешь? Боже, щенок в доме — это просто какая-то катастрофа. Ну, для этого мы их и заводим. Чтобы внести дестабилизирующий фактор в нашу размеренную жизнь. Короче, лазиус умбратус что-то у меня не процветает, я вам скажу. Где там королева? Ну-ка, будет видно, не будет. Королева там сидит такая вяленькая. И ничего не шевелится. Может, ждет весну. Ну, во всяком случае... В любом случае, я от них пока не отказываюсь. На этом все по лазиусу умбратус. Спасибо за просмотр. До побачення.